Возможно, фильмы о Джонни Уике изображали его в роли антигероя. Давайте сегодня узнаем, почему мы нашли сцену в Screen Lunch, которая доказывает, что он на самом деле злодей. Первая сцена фильма «Джон Уик» проникает глубоко внутрь убийцы Киану Ривза. Когда он видит убитого горем мужа, ему не составляет труда покататься со своей собакой. По мере того, как фильм прогрессирует и количество трупов Уика увеличивается, его личность уходит от его традиционного архива героев. Прежде чем он находит свою первую мотивацию, одна напряженная сцена в «Джонни Уике» показывает, кто он есть на самом деле. «Те деньги ваш сын забрал у меня». «В чем?» «Украл у меня. Убит мною». Прежде чем Киллиан Риль стреляет в своей машине, когда Уик уничтожает золото Вигго в церкви, Уик обвиняет его в том, что он бросил все и переехал, и показывает, возьмет ли он сына на руки или будет кричать вместе с ним. Он действительно показывает, что бесконечно отрекается от Джона Уика. Его действия могут вызвать праведный гнев, но когда он теряет из виду свой собственный моральный компас, он очень увлекается местью. Кроме того, его желание навредить Вигго, как и его злодейская натура, показали, что он не будет работать с ним в первую очередь. Джон Уик становится зеркальным отражением тех людей, которые были наказаны первыми, и постепенно мстит им. Возможно, они того стоят, но Уик также несет вину за множество невинных неудачников, которые пострадали из-за несправедливости. Джон Уик неудержим. И в отличие от других, он ничего не теряет. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, наслаждайтесь Screen Lunch.